Привет, друзья! Адиль Ермеков и компания Мариади все еще в Арабских Эмиратах, и мы продолжаем рассказывать вам об обучении в лучших школах в Дубае, в частности в Repton School Al-Barsha. Однако сегодня покажем не экскурсию по учебному корпусу, не интервью с преподавателями, все это вы могли уже увидеть ранее на нашем канале. Если пропустили, то ссылки на ролики оставим в описании. Сейчас же предлагаем узнать, что нужно сделать, чтобы попасть сюда на учебу. Какие шаги пройти и документы собрать. В общем, обо всех условиях поступления в школу в Дубае в Repton School Al-Barsha. Начнем. Условия поступления в частную британскую школу, внимание, в Дубае. И по этой теме мне сегодня помогут поговорить мои новые знакомые. Admissions team, представители приемной комиссии очень известной местной частной школы, британской частной школы, Эмили и Янина. Мы будем говорить по-английски, если вы не против, но Янина говорит по-русски, она из Украины. Она может говорить, конечно, на русском языке, но будем говорить на английском. Итак, какие шаги необходимы для поступления в школу? Если вы заинтересованы в том, чтобы к нам присоединиться в Repton Al-Barsha, вам необходимо предоставить свой паспорт и самый последний список оценок вашего ребенка. Это нам очень поможет. Очень часто мы также приглашаем ребенка на интервью. Его можно провести в Zoom, если вы не находитесь в стране. Об этом можно не волноваться. После этого процесса мы вам предлагаем место и дальше начинаем совсем помогать. То есть просто интервью. Да, но некоторым детям, возможно, понадобится пройти еще тест CAT-4. Это тест когнитивных способностей. Мы также можем провести его через Zoom. Обычно он занимает около 2 часов. Есть 3 разных варианта. Но не обязательно, что это будет необходимо для каждого ребенка. Все будет зависеть от оценок и той информации, которая нам доступна из предыдущей школы. Кстати, хочу отметить, что эта школа очень гостеприимная и готова принять ребят из любых стран мира. Вы только послушайте, сколько национальностей здесь в данный момент. У нас в школе учатся 73 национальности. 73! Ничего себе! Если я дам вам 1 минуту, 60 секунд, сможете ли вы назвать 20? Могу попробовать. Ну, может быть, позже? Ладно, давайте сейчас. 30 секунд. Время пошло. Великобритания, Россия, Украина, Индия, Барбадос, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Латвия, Исландия, Финляндия, Австралия, Америка, Канада, Сингапур, Япония. У вас была командная работа. Германия по всему миру. Я уже не могу придумать. Вся Европа. К слову, сюда могут поступить ребята не только любой национальности, но как одаренные, так и детки с дополнительными потребностями к обучению. Всем им здесь уделяется пристальное индивидуальное внимание. В школе работает руководитель отдела инклюзии. И в команде также есть специалист по трудотерапии и логопед. Они занимаются с ребятами 2 дня в неделю. А что же касается документов при поступлении? Давайте узнаем. И все школьные отчеты должны быть переведены. Они на русском языке? Да, они должны быть нотариально переведены, чтобы было все на... Еще и нотариально заверены. Окей, so... Еще есть, конечно, процесс аттестации. И копии паспорта тоже, да? Вначале, да, достаточно всегда копии паспорта только и предоставление самого отчета, оценок. За 1 год? За for 1 year? Получается, самый последний, который окончили. Каким будет первый шаг, чтобы поступить в школу? Первым шагом будет связаться с вашим агентом, и они помогут вам со всем процессом, чтобы поступить. Поэтому свяжитесь с нами. И мы поможем со всем регистрационным процессом. Он достаточно простой, но мы вам расскажем, как все устроено. А насколько школа селективна? Мы инклюзивная школа, поэтому можем работать с детьми со всеми потребностями и способностями. Наша учебная команда проведет интервью с вашим ребенком. И затем они уже будут решать. Все зависит от результатов интервью и оценок из предыдущей школы, которые вы предоставили. Мы очень академическая школа. У нас замечательные учебные результаты по всем предметам. Поэтому неважно, какой предыдущий опыт был у ребенка. Если он поступает в Repton Al-Barsha, высокие достижения практически полностью гарантированы. Да, верно.
Я уверен, что родителям, которые планируют отдать на учебу своих детей в эту школу, будет интересно узнать, какое будущее ждет его выпускников после получения диплома. Давайте, друзья, посмотрим, куда поступают ученики в дальнейшем этой замечательной школы. Ну, я не думаю, то, что нужно мне читать. Вы можете прочитать сами. Я просто пальчиком так буду показывать. Да, обратите внимание, это все топ университеты, Russell Group. И не только Великобритания. Есть европейские вузы, Сан-Диего, есть американские вузы, King's College London, я совсем недавно там был, Warwick University, вообще казахский университет, там столько казахов. Великолепная Wall of Fame. Ну и помимо довольно высокой академической подготовки, ваши дети могут здесь получить и очень-очень интересный дополнительный опыт. Какой? Например, опыт соперничества, здоровой конкуренции, умение выигрывать и достойно проигрывать. Так же, как в любимом всеми Гарри Поттере, как в Хогвартсе, в Репптон Скул Аль-Барша, есть 6, не 4, целых 6 домов. И эти дома, или как на русском говорят, еще факультеты, соревнуются друг с другом во всем, не только в спорте. Ну и как вам интересный экспириенс, правда? Думаю, детям такая задумка придется по душе. А вам, дорогие зрители, пришлось по душе это видео. Надеемся, что прозвучавшая здесь информация была для вас полезной. Ставьте лайк, если это так. Будем ждать вас на консультациях. Кстати, абсолютно бесплатно. Со всем перечнем наших услуг вы можете ознакомиться по ссылкам в описании и таким же образом оставить заявку на вашу первую консультацию. Ждем вас. А если вы знаете тех, кто хотел бы отправить своего ребенка на учебу за границу, и не только в Арабские Эмираты, но и другие страны, то поделитесь нашим полезным каналом с ними. Спасибо вам и до новых встреч. Пока. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki-Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.